Следственный комитет, прекратив уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды в отношении жителя Твери Сергея Соколова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на юриста международной правозащитной группы «Агора» Ильнура Шарапова. Шарапов пояснил, что поводом для уголовного преследования Соколова стали репосты картинок и текстов на личной странице в социальной сети ВКонтакте, в которых были выявлены признаки возбуждения ненависти и вражды. По его словам, дело Соколова стало первым закрытым после частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России. После внесения поправок Владимиром Путиным статьи по наказаниям за так называемые лайки и репосты исключаются из Уголовного кодекса и переводятся в Кодекс об административных правонарушениях, если нарушение закона происходит впервые. Сергей Соколов стал фигурантом уголовного дела летом 2018 года. Поводом стали картинки и репосты в соцсетях в период с декабря 2015 года по август 2017 года. По версии следствия, посты и картинки, которые Соколов разместил на своей странице в социальной сети ВКонтакте, возбуждают ненависть и вражду к людям по признакам расы, национальности, языка и происхождения. Среди таких материалов было изображение Владимира Путина за трибуной с символом Третьего Рейха.